Всем привет! У нас такая небольшая покупка. Ездили в Фози. Вообще поехали купить подарок, так как у Вовиной как бы крестницы скоро день рождения. И мы вот купили такой ей зубастик, мистер зубастик, Плейдо. Не знаю почему, но у многих девочек маленьких я это вижу. Вот даже не у мальчиков, а у девочек. И вот такая была как бы основная покупка. Я думаю и надеюсь, что ей очень понравится. Хотя она заказала Барби бабочку. Но у нее Барби бабочка есть, и поэтому как бы с мамой ее переговорили и решили вот купить Плейдо. Вот такой будет подарочек, но еще мы там прикупим ей подарочки. Вова хомяка хочет заказать повторюшку. Ну, чтобы было как бы к подарку еще маленький подарочек. Так что вот так. Вот такой был основной подарочек. Надеюсь, что все ей понравится. Значит, приехала в Фози, была приятно удивлена. Там, значит, вот этот Самат. Я люблю только Самат. Вот такая любовь к Самату. Вот почему-то я Фиш, да, там Фиш, я уже забыла, как это даже синий называется, как бы фирма это для посудомойки, не нравится. Вот беру как бы Самат, и плюс еще вот одна упаковка берешь, и вторая как бы за супер ценой. Почему бы не взять? Я подпишу, сколько это было стоить. По-моему, вот я не помню, в районе 300 гривен, ну не буду говорить, или 200 с чем-то, не буду говорить. Но приехав домой, почему-то нам не посчитали скидку. Вот и карточку нашу, я вижу, что она есть, как бы, да? Вот она, получается, идет. И какой-то ПДВА, ПДВВ, избир МА, ну, короче, какие-то проценты сейчас уже берут, не понимаю, почему, что это такое, что за что берут, не знаю. Ну, вот такая мы с Вовой обнаружили вот такой как бы в чеке новшество, до этого не замечали, было просто ПДВ. Что это за ПДВ, я не знаю. Наш чек составил на 1757 гривен 58 копеек, ну, поехали сейчас все посмотрим. Значит, вот такой купили сахар, и вот тут 5 килограмм. В принципе, беру, это их фирма. Ну, как бы, ничего не могу сказать, сахар так сахар. И, в принципе, вот ставили на весы там в Фози, и соответствует 5 килограммам. То есть не обманывает. Значит, вот такие булочки Катя берет, и Ваня, они очень вкусные. Ваня уже взял покушать, а Катя как бы сейчас положу в холодильник. Почему? Потому что вот этот шоколад течет. И оно так не очень. А в холодильничек ложу, оно все нормально. Потом Ваня у нас обожает этот рулет. Просто обожает. Маковая начинка, вишневая. Очень любит. ВТБ бывают редковато. Или мы не попадаем на них. Поэтому всегда в Фози берем этот рулет. Как всегда, это у нас хит любой покупки. Это Вовино печенье. Он его очень любит. Поэтому взяла пачку. Хотя у нас в запасе есть еще такая пачка тоже. Так, потом поехали дальше. Значит, вот такие макарошки я заметила. Спагетти или правильно макароны, не знаю, как правильно. В АТБ такая фирма, вроде бы неизвестно, но что тут написано. Может, они такие хорошие. Думаю, если все по-не-нашему, то хорошие. Цена меня приятно удивила, потому что так макарошки, вермишелька, ну, 35 есть гривен. Сегодня даже макароны увидели по 157 гривен там. Поэтому это была такая приятная покупочка. Они были без скидки. Потом были скидки на 7 Days. Ваня взял себе и Катя, взял с клубничкой. Почему бы не взять? Супер тост. Любит бутерброды себе делать с моцареллой и томатами. Просто любит. Ну, сам нашел этот рецепт, по-моему, в ТикТоке. И вот сейчас вот делает, я ему беру. Потом брускеты. Брускеты нам эти хватает на неделю, по чуть-чуть. Он делится. Как бы завтра знал, что будет, я буду варить супчик. Супом очень любит. Суп уже, если честно, ну, дня три, наверное, не варила. Так, это Якобс тоже был по акции. Я как сейчас делаю тирамису, кофе, чтобы у меня было в запасе. И оно как раз было по акции. Ну, бюджетно, почему бы не взять. Вообще, надо как-то вот так брать. Так себе поставила цель, надо брать что-то всегда по акции. Ну, если это хороший продукт, почему бы нет. Если, конечно, не очень хороший продукт, лучше его не брать. Набрала вот таких кормов. Хотя у нас корм Кузя ест мяу. Но, опять же, они были по акции, и я их взяла. И взяла вот такие два ему на пробу. Это, по-моему, вот этот с лососем и овощами, а это, получается, курка, вот внизу, курка и овощи. Пойдет ему. Этот, в принципе, корм тоже есть. Но вот мяу почему-то там видно
лучше краситель какой-то или что, или ароматизатор, и лучше пьется. Были по акции вот такие йогурты. Вова мне берет их на работу. Тут получается черница, тут черница из лаки, а это обычно без, ну, без вкуса, без ничего. Потом взяла вот такую колбаску. Колбаска, это как бы докторская, ну, вкусная колбаска, мы иногда ее берем. Вот, и такая была по акции колбаска, вот я не помню, сколько Вова ее брал, не помню, не буду говорить, но я вот цены буду подписывать. Значит, взяли на бутерброды Ване моцареллу вот эту, я, значит, бруски, эти, тосты подсушиваю, потом ложу моцареллку. Помидорки, если есть черри, вообще супер. Сбрызгаю оливковым маслом и в духовку. Супер, такие бутерброды выходят. Потом взяла сметанку президент. Вообще стараюсь сметану брать 20 и выше процентов. Но так как она была по акции, я ее взяла. Значит, взяли бананы. Вот бананы, правда, видно у нас по 22,90. Тут на 16 гривен. Потом взяла тоже по акции. Взяла индычку. Тут у нас гамилка. Так получается, она была по 74 гривни 90 копеек, это по акции. И филешку, это на наггетсы я беру. Иногда, конечно, беру индычку филешки, а иногда беру курицу. Она тоже была у нас по акции, по 97 гривен 90 копеек. Ваня взял себе вот такой квас, он у нас любит квас. И я не знаю почему, я вот беру в АТБ село и люди, а Ваня берет вот этот квас. Ему как бы нравится. Значит, взяла вот этот шампунь, у меня есть видео на канале, где я тестировала все шампуни. Это самый классный шампунь, который я пробовала. Уже мне много было разных. Вот свежесть, действия его были дорогие. Но вот этот шампунь классный. Когда, конечно, акция, я его беру. У меня уже стоит одна баночка, тоже я по акции брала. И вот сейчас взяла, пусть две стоят. И третья баночка я пользуюсь. Это действительно вот супер выручает. Просто классный шампунь. И взяла сарму. Давно я не брала ее. Именно вот такой порошок чистящий. Ну, посмотрим, как она работает. Раньше она мне нравилась, как работает. Сейчас посмотрю. Надеюсь, что она не подведет меня. Так, и взяла вот такие губки. Тоже были они по акции. И вот такие тряпочки тоже по акции. Тряпочки я постоянно беру от премии. Что-то мне желтый цвет нравится. Вообще люблю себе желтый цвет. И искала платье себе желтого цвета. И так и не нашла на лето. Ну, может быть, найду. И вот губки взяла. Тоже они такие желтые. Хотя я иногда смотрела, что вот по цветовой гамме, если губки разные, они имеют свою ступень жесткости. Ну, не знаю, как это правильно, неправильно. Вот я много смотрела роликов на ютубе, что каждый цвет, вот желтый, допустим, мягче, оранжевый там средний. Ну, я не помню, как точно какой цвет, но я знаю, что каждый цвет соответствует своему как бы ступеню жесткости или что-то типа такого. Так что вот так, была закупочка такая небольшая. Конечно, меня самое больше радует самат, потому что это надо такое, как бы выручает посуду, и вот я сейчас загружаю на ночь, это, ну, вот просто супер. Так что очень довольна этой покупкой. Вот такая была покупочка, закупочка небольшая. Все, всем пока, спасибо за просмотр, полный, неполный, пишите комментарии, и всем пока-пока.